За 30 лет Сочинский государственный университет прошел путь от учебно-научного центра по подготовке кадров и специалистов в области курортного дела и туризма до опорного вуза Краснодарского края. Больше 30 тысяч выпускников СГУ работают не только в нашем регионе. Вуз формирует кадровый резерв всего юга России, готовит профессионалов в компетенциях WorldSkills Russia и волонтеров. Безусловно, Сочинский государственный университет сегодня является лидером в отраслевом образовании, и об этом говорят и совместные международные программы, и успехи в среднем специальном образовании. Хочу пожелать университету новых амбициозных планов, ярких побед и, безусловно, много-много долгих лет на благо народов России. Всех поздравляю с праздником и желаю, чтобы коллектив Сочинского государственного университета развивался, жил в гармонии. Желаю всем физического здоровья, желаю всем творческих успехов, творческих полетов, научных достижений и очень интересных педагогических инициатив и результатов. Сегодня студенты и весь преподавательский состав собрались в Зимнем театре. С 30-летием главный университет города, из которого выходят высококвалифицированные специалисты курортной отрасли, поздравили вице-губернатор Кубани Василий Швец и глава Сочи Алексей Копайгородский. Это только начало вашего большого, мощного, серьезного, уверенного пути по жизни. Но за этот даже промежуток времени вы сделали уже очень много, добились очень многого. Мы все одна серьезная большая команда, настроена на победы, на перспективы, на развитие. И, конечно же, гордость нашего города, жемчужина города, это наш прекрасный вуз, который дает серьезных, молодых, перспективных студентов, которые должны просто-напросто переворачивать нашу самую главную туристическую отрасль, создавать новые возможности, новые идеи. В день рождения принято дарить подарки ректору университета Галине Романовой. Их сегодня вручали и представители власти, и коллеги, и партнеры. Все те, кто принимает активное участие в работе главной кузницы профессионалов гостиничной сферы и туризма. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.